Второй год подряд в Ржеве проходит командный чемпионат России по самбо среди женщин и призы губернатора Тверской области. На этой неделе на ковер местного спортивного комплекса вышли сборные семи федеральных округов. Как и чемпионат мира в Санкт-Петербурге, эти соревнования были посвящены 70-летию самбо. Много любимых видов спорта у нашей тверской молодежи, но одним из таких, где мы достигли действительно весомых результатов, это, конечно, вот самбо. Особенно самбо женское. И среди городов Тверской области Ржев, я не хочу расставлять по номерам, но Ржев, Торжок и Тверь – это ведущие. По традиции очень ярко прошла церемония открытия. Участницы гостей чемпионата приветствовали заместитель тверского губернатора Юрий Краснов и главный тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин. На несколько минут спортивный ковер был отдан местным вокальным и танцевальным коллективом. От лица Всероссийской Федерации самбо Юрий Борисочкин вручил Юрию Краснову специальный диплом губернатору Дмитрию Зеленину за большой вклад в развитие самбо. Во-первых, радуюсь, что Дмитрий Вадимович Зеленин принял такое решение проводить регулярно чемпионат на призы губернатора Тверской области. Это нам очень приятно. И, во-вторых, командные соревнования – самые интересные соревнования. Лично этот человек отвечает за себя. А в команде это комплектуется коллектив, который переживает друг за друга и болеет друг за друга. И ажиотаж намного выше, чем на личных соревнованиях. Действительно, схватки проходили в очень интересной борьбе. По так называемой системе «стенка на стенку» поочередно на ковер выходили представительницы той или иной весовой категории от каждой из команд соперниц. И по сумме побед и поражений после схваток во всех весовых категориях и выявлялись командой победительницы. За сборную Центрального федерального округа, которая в прошлом году завоевала чемпионский титул, выступали сразу 4 самбистки Верхневолжья. Это Юлия Гурбина из Вышнего Лачка и Ржевитянки, Анна Трофимова, Наталья Павлова и Дарья Михайлова. Я здесь самая молоденькая, мне еще только 17 лет будет. Я думала, что все намного хуже будет. Ну, я вот за день до этого очень тряслась. А вот вся команда, да, мы хоть и не вошли в тройку, но все равно борьба была. Было все очень интересно. Просто другие команды оказались чуть посильнее нас. Чувство сожаления сильно, что не стали призерами? Или все-таки спорт есть спорт, и у вас еще все впереди? Спорт есть спорт, все впереди. Ну, конечно, есть немножко сожаления, но все равно не сейчас, так в следующем году будем первыми. Всего 2 очков не хватило нашим самбисткам, чтобы войти в число призеров. Сборная Центрального федерального округа на этот раз заняла лишь 5-е место. Чемпионский титул завоевала команда Приволжского федерального округа. Серебряными призерами стали самбистки Дальнего Востока. Бронзовыми – представительницы Южного федерального округа.